Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами я, Владимир, и мы играем в Uncharted среди воров. Это вторая часть серии прохождения Дрейка, так сказать. И глава называется «Единственный выход». Хлоя, полезли, у нас единственный вариант это наверх. Так, подожди, надо вот здесь пролезть в сторону. Ты давай не отставай, за мной бегом. Бегом быстренько, мы сейчас с тобой выйдем. Опачки! Вот это нежданчик. Вот это получился. Черт, они пошли там, где Джефф и Елена. Только зачем я это сделал? Можно было же по-тихому как-нибудь, да, свалить? Больше волнует наша судьба. Ну, я легкий путей не ищу, поэтому давай будем уже решать этот вопрос таким образом. Есть калаш, поэтому, ребята, подходите. Буду всем раздавать. Ай, вот этот, ну вот с этим надо вообще аккуратно. Он с одного удара может прибить. Ай, отходи, Дрейк, живи. Живи, я тебе советую на меня не нарываться, пацан. Блин, какой он долгий, а, живучий. Я же говорил, живи им не ему, а мне. Хлоя, молодец, тоже хорошо отстреливает. Не, главное, никого не было, пока мы тут ходили. Вдруг раз, они тут появились, толпа такая, да? Слышь ты. Не, они вообще наглые, не боятся ничего. Хоть бы спрятались куда-нибудь. Знают же, что я хорошо стреляю. Все. Вот и закончились, ребята. Ну, я так понимаю, наверх, потому что они пришли оттуда. Тут у нас единственный выход, больше нету вариантов. УЗИ возьмем и все, идем дальше. Че по патронам? 44 патрона, ладно. Во, Хлоя вообще классно, ему шлем сбила. Кто-то еще? А зачем? О, мне снайперка тут не зря. Да, она прям лежит не зря. Где только? Подожди, я мимо прошел. А вот теперь давай постреляем. Ну, ты готов? Я готов, а ты готов? Да подожди ты. Раз. Два. Кто еще? Подходи быстрее, быстрее подходите, ребята. О, подожди, что происходит? Ты откуда взялся? Чувак, ты чё? Вот и все, отлетел. Подожди, граната упала. Нормально, все, он ее не бросил, ничего. Все, я забрал. Ладно, нафиг это снайперка, потому что они тут тоже, видишь, как бывают и подходят близко. Лучше что-нибудь такое, средней дальности, как раз калаш подойдет. Пистолет на всякий случай, да? Ну или УЗИшка. Ах ты, на! Видал, да, как я умею? Научили меня, научили. Поэтому, чувак, ты зря со мной связался. Опачки. Ты тоже зря вылез. Подожди, этот в каске. Точнее, в шлеме. Эй, пацаны, вы чё? Я на такую толпу не рассчитывал. Здесь патронов столько у меня нету. Все, за УЗИшку взялся. Придется мне вас, ребята, с УЗИшки потрошить. Ох ты! Но... Не, ну она тоже нормально, кстати, стреляет. Можно и попасть хорошенечко. Если он так вылез, все четко. Надо уходить. Это наш шанс, да, идем. Дробаш пока взять, что ли? Давай дробаш возьмем. Хотя что дробаш? Вот нормальная пушка лежит. Пойдем, Хлоя, не отстаем. Здесь надо вообще быстро сваливать, потому что вот чем мы дольше сваливаем, тем их больше может прийти. Мы идем, у нас один выход, один, только... А, граната, подожди, не, пожалуйста, нет. Как я так залетел-то сюда, в эту комнату, быстро так даже не заметил. Погоди, давай, здесь надо наоборот, аккуратно. Ну, кто кидал? Эй, хорош, вы чё? Мы так не договаривались, пацаны, вы чё? А, слушай, а если я кину гранату вам, слышь? Вы такие что-то
крутые, прям смотрю. Бамс! А с этим что, надо сначала ему шлем, чтоб отлетел, потом с ним продолжать еще драться. Так, вообще серьезная драка тут получилась. Осторожно, калаш возьму. Все, тихо, тихо, пацаны. Выходим по одному. Так, этот готов. И этот сейчас будет готов. Нормально все. Так, 31 патрон пойдет, хватит пока. А вот еще есть. Так что неплохо живем, нормально все. Хлоя, пошли, давай не отставай. По каким-то опять подземельям мы шастаем. Или мы тут... Ну, я не помню, мы тут были, нет? О, вот с этим опасно, чувак, ты чё? Давай вот так сделаем сейчас. Подходи. Сейчас он отлетит. Чё, не отлетел, что ли? Ё-моё. Давай тогда так закинем ему туда, за спину. Бабамс. Не получилось, прикинь. А давай я его обойду, ты пока с ним разбирайся здесь, я сейчас с другой стороны подойду к нему. Пока он тут не ожидает. Бабамс. Ой, не-не-не-не-не, подожди-ка. Чё-то как-то несерьезно. Я думал, ты с ним будешь драться, Хлоя, а ты, блин, нифига не дралась. А где он? А все, походу, мы с ним разобрались, да? А, да, вон все, уже этот щит валяется. Так, там еще кто такой? Ой, тут четверо идет. Так, трое осталось. Ну-ка, ребята, осторожно, вы что творите-то? Я вам сейчас покажу, кто здесь главный, а? Вы что на батьку лезете-то, я не понял. Так, зашибись, вот сюда надо спрятаться. Осталось двое всего. Эй-эй-эй, даже нет, один вон уже. Ну все, да можно прям к нему, наверное, бежать, сейчас я расправлюсь. Хлоя подстреляет его маленечко. А, он не ожидал меня, да? Нормально, пойдем дальше. Патроны это хорошо, это прям вообще замечательно здесь. И куда? А, вот выход. Давай быстрее. О, нифига себе, прикольнулись, ребятки. Нафиг вы так сделали? Слушай, я с тобой тогда по-другому разбираться буду. Хлоя, осторожно, давай отдышимся и пойдем выходить. Ну, где ты? Эй, чувак, выходи! Выходи, поговорим нормально. Попался! О, вот он. Он меня обмануть решил, да? Типа здесь спрятался, потом туда перешел. Ладно, пойдет. Давай следующий. Я вот так из-за стены аккуратненько. Оп. Ну, а, никого нету. Пошли, все, напролом. По-любому сейчас повылазят со всех сторон, да? Не, никого нету, прикинь. Повезло. Все, вот этот выход уже. Хлоя, давай за мной, не бойся. Я тебя спасу. О! Так, погоди, ну здесь по-любому много, да? По-любому опять их много. Каска отлетела. Кто ты? Кто ты, человек в черной маске? Блин, какой он живучий, а, опасно вообще. А давай с ним вручную тогда справимся, чтобы он безоружный был. Потому что что-то он какой-то вообще офигевший. Чё по патронам? Все, калаша уже нет, можно сказать. Дробаш взять. Не, давай вот эту винтовочку возьмем. Хлоя, жди меня. Я сейчас до тебя добегу. Быстро. Где они? А где они? У нас же здесь... С нами приходила Лена. И ее чувак вот этот, который репортер тоже... Или кто там с камерой бегал? Эй, ты чё целишься сюда? Я не понял. Подожди, а этот откуда? Ой, это вообще опасно. Опасно, он прям на меня смотрит. Так, давай. Попади, главное, попади, Дрейк, попади. Есть, попал. Хлоя, стой. Не кипишуй, все будет нормально. Сейчас главное вот тут с ближними разобраться, а там потом дальше пройдем этих всех раскидаем. Бабамс. Так, этот живучий, походу, да? Нет. О, вот здесь баллон какой-то или что, ваза? А, это я думал рванет, нифига не рвануло. А вон и Ленка, кстати, бегает. Так что ничего, нормально. А где ее этот, с камерой-то, чувак?
Где-то, значит, он здесь тут скрылся тоже. Давай-ка посмотрим. А, вот он. А, его ранили, прикинь. Он ранен. Ничего, покажи. Давай, чувак, выживай. Что-нибудь придумаем. Сейчас что-нибудь придумаем, конечно. Наверное. Давай я помогу. Нет. Нет-нет, брось ее. Она разбита. Давай. Все, без камеры чувак остался. Нейт. Порядок. Да, шеф? Так, открывай дверь. Он не жилец, его надо оставить. Что? В смысле оставить? Открывай дверь, Хлоя. Я же всех убью. Быстрее открывай, что ты сразу бросать? Наших не бросают, ты че, пошли вместе. Пошли, пошли, приятель, спасем тебя. Только вперед. Ребята, увидимся мы в следующей серии. Всем пока, спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому видосику и подпишитесь на канал, кто не подписан. Все, всем удачи, всем пока.